С помощью инструмента вовлечения вы сможете привлекать внимание ваших учеников к содержанию страницы. Например, подсвечивать какую-то область слайда, увеличивать объекты или добавить интригу, скрыв содержимое за шторкой. Рассмотрим на примере урока про строение тела человека. У нас есть несколько инструментов для акцентирования внимания учеников. Начнем с того, чтобы создать некоторую интригу перед началом урока. Для этого отлично подойдет инструмент «Шторка». Выберем пиктограмму «Портфель» и выберем инструмент «Шторка». Ваш экран закроется театральным занавесом, который вы можете постепенно открывать, изменяя размер шторки за любой из ее углов. Вы можете сменить театральный занавес на свое собственное изображение, нажав на значок «Настройки» и выбрав изображение с вашего компьютера. Вы можете расположить шторку в любом месте вашего слайда и скрыть, например, только одну его часть. Кроме того, вы можете перейти в режим подсветки. Этот режим аналогичен инструменту подсветки, который может вызываться отдельно. В данном случае у нас есть возможность менять форму с круга на квадрат, настраивать прозрачность скрытой области или снова вернуться к режиму шторки. Если вы случайно переместили шторку и хотите восстановить ее в исходное положение, нажмите на пиктограмму цели. Чтобы убрать шторку со слайда, нажмите на значок крестик. Рассмотрим следующий инструмент. Инструмент подсветка. Как вы уже знаете, мы можем попасть в него из режима шторки. Соответственно, мы также можем менять форму подсветки, перетаскивать за серую область, изменять масштаб области подсветки за границу и вернуться в режим шторки. Последний инструмент группы вовлечения – это лупа. С ее помощью вы можете рассматривать детали изображения, менять кратность увеличения, изменять границу области увеличения и перетаскивать лупу, рассматривая разные части картинки за центральную область. Нажмите на крестик, чтобы закрыть лупу. Инструменты вовлечения – это отличный способ привлечь внимание учеников на вашем уроке. Для доступа к ним достаточно нажать на пиктограмму «Портфель». Шторка и подсветка – взаимодополняемые объекты, между которыми вы можете переключаться в режиме реального времени. Лупа – это самостоятельный объект, увеличивающий масштаб изображения, находящегося в нем. Попробуйте использовать инструменты вовлечения на своих занятиях. Желаем удачи!